Меня зовут Лариса Алексеевна, я представляю хлеб «Добряк». Хлеб морозильного хранения, хранится в морозилке, срок хранения полгода. Хлеб состоит из зародышей пшеницы и отрубей, и вода. Ни дрожжей, ни муки, ни сахара нет. Что этот хлебушек делает? Во-первых, убирает запоры. Даже стопроцентные, вот у кого, кто лежачие, даже больные, много лет страдают, значит, запорами, убирает на 100%. Чистит кишечник, чистит сосуды, печеночку чистит, нормализует давление, холестерин снижает, много что делает. Во-первых, кто хочет сбросить лишний вес, от 3 до 5 килограмм в месяц могут сбросить. Этот хлеб идет замена обычного хлеба. Значит, что еще? Во-первых, он заменяет треть еды, кушаете меньше, из-за этого идет похудание. На 4-5 часов чувство голода убивает. Кушать не будете, хотите попить водички и съесть даже вот эту лепешечку, и вы будете сыты, как полноценный обед. Берут с собой куда-то в походы, на даче. Сейчас у нас бабульки ездят вот на дачу, берут, набирают вот хлеб, делают вот такие вот сухарики, ломают и сушат их. Тогда этот хлеб можно хранить при комнатной температуре и там не в целлофановом мешочке, а в тряпочном или бумажном пакете. Вот. Ну, в принципе, вот и все. Пейте воду и кушайте наш хлеб. И будет все хорошо. А с чем его? С едой. Хлеб. С любой едой. Да, вы как вот кушали обычно, с хлебом там первое, второе, также едите с этим хлебом. Если вот только одно, если кто хочет сбросить лишний вес, ни в коем случае кашу с этим хлебом есть утром нельзя, а то будете поправляться. А так, ничего сложного нету, зато лекарства не пьете, если у кого проблемы с кишечником, запоры. Дешевле обходится, не покупаете хлеб, купили сразу на месяц. У нас есть социальные заказы. Мы находимся в Мариной Роще, выдаем один раз в неделю, в среду, с половины первого до половины третьего. К нам приезжают с любого конца. В принципе, мы никому не отказываем, у нас для пенсионеров малоимущих, но к нам даже из загорода приезжают. И, в общем-то, кто хочет, пожалуйста. Производите вы его? Производим мы в Москве, в пекарне. Муку? Муки нет здесь. Без муки. Хлеб без муки, зародыши пшеницы и отруби, и вода. Ни соли, ни сахара, ничего нет. Замечательно. Спасибо вам. Пожалуйста.